так, позвал меня наш друг куда-то в лес гулять. Господи, надеюсь, не убьет и не изнасилует. Господи! Напугала, блин! Вы что делаете тут? Ты что делаешь? Что совсем, блин? Ты, блин! Вы что делаете тут, фарточки? Хозяйством своим хвастаюсь. Хочу тебе показать. Что, прям здесь? Нет, вон надо за лес зайти. Пойдем. Чухнулся вообще. Что, смотри, заходи. Ух ты! Ого! Что снимаешь? Это не мой. Вот мой. Что такой маленький? Оля, холодно. Лето холодное было. А что ты вдруг решили этим заниматься? А я с детства знал, что фермером буду. Так это сейчас не актуально. Почему? У нас сейчас вон это сажают и сажают. Сажают и сажают. Ну, получается, кстати, да. Ну, получается так. Так, алло, вы пока тут работаете, у нас по вам соскучились все. Да, и я соскучился. Спрашивают, как Сифа? Ну, нормально, у тёщи. Гастрит. Гастит? Нет, гастрит. Всем просраться дает, а сама не может. Гастрит. Все, улыбайтесь. О, конопля. Да вон за вами. Ты, блин, напугала. Думала, опять увязалась за мной. На измене из-за нее все время. У меня уже из-за нее паранойя. Да я сейчас саду. Если хочешь. Нет. Ну, рассказывайте. Тыкву угу. Надо выбирать как женщину. Да как? Чем меньше в ней было пестицидов, тем лучше. Но все равно никогда правду не узнаешь. Скажут, что 3. Ну и что, меня притащили сюда? А это эксперимент социальный. Какой? Эксперимент. Ну? О чем? Форма баклажанов и кабачков вызывает у женщин платоническое желание. Провалился эксперимент. Откуда знаешь? Чувствую. Ну, тогда нам делать больше здесь нечего. Пошли. Надо тыкву взять. Лечо накрутим. Это очень смешно. Ну, это точно лайк. А что вы там смотрите? Инстаграм свой. А я знаю, что хотела спросить? Вообще все знаете про мужиков, про женщин. Что нужно сделать, чтобы быть такой же умной, как вы? Ой, лиса, ну слушай. Надо, чтобы тебя сбила машина, укусил клещ, бросила 4 мужа. Удалили со всех сайтов знакомств. 5 задержек, 3 ребенка, 6 разводов. Татуировка на пояснице, проколотый сосок. Мать стерва, дочь сука, подружки лучше, алкоголички. Высшая, физтех, низшая. Чистенько все, выбрито. Шугаринг, курить, в затяг, пить. До дна. Новенькая, блин, учу. Не за свой счет. Врагов иметь, друзей хотеть, бывших не бывает. Поняла? Запиши. И запомни самое главное. На свадьбе можно поймать 2 букета. Один от невесты, а второй от свидетеля. Игорь Ключников. Я тебя найду, сука такая. Полгода лечилась. Капец, как сложно. Есть какой-то попроще способ? Хочу выпить, а не с кем. Тост! Пригубить немножко в среду можно только до обеду. До обеду четверга, если ты не поняла. Свадьбы, корпоративы, юбилеи. Заказывайте. Ты что, раньше меня собралась уйти? У меня встреча с моей группой. У вас какая? МЖМ? ЖМЖ? Физмат. Институт, что ли? Скукота. Ой, я как вспомню свои институтские годы. А что там было? Не помню. Я же говорю, как вспомню, расскажу. Я, кстати, была мисс Хуис. Хуис? Это что за институт такой? Это не институт, просто кличка мисс Хуис. А на той неделе встреча с однокурсниками была. Все лысые, толстые, страшные. А мужики так вообще. Одна староста устроилась. Живет, поживает, бед не знает. В стриптизе работает. Из трусов бабки лопатой тащит. Да что там, один раз и лопату вытащила. День землекопа, что ли, был? Ничего не меняется. Раньше у членов студсовета терлась. А сейчас просто. Первый курс, конечно, самый жесткий был. Меня тогда математик завалил. А потом еще экзамен ему не сдала. Так на кого вы учились-то? На хорошего человека я училась, Оля. Опыт же. Его прожить надо. Он в переходах не продается. А добро оно вот отсюда. От сердечка идет. Нет образования у вас, да? Кому-нибудь скажешь? Ёбну. Что делать, если настроение меняется слишком часто? Оля, у меня очень простая позиция. Я вообще всех люблю. А если... Оля, блядь, заебала меня, блядь, перебивать. Ну ты что... Я не знаю, мне не знакома эта история. Оль, я, по-моему, притекла. О, смотрите, кого нашла. Приоделся. Здрасте. Я все на место по... Оля. Ну, что тут делаете опять? Квест прохожу. Какой? Чтоб за горячую воду не платить. Шапка какая-то интересная. Это семейная рептилия. Реликвия. Дед мне и воевал с соседями за участок. Проиграл. Вы на летчика похожи. Летчика на летчика не знаю, летчика не знаю. Но с вертолетами знаком не понаслышке.
Наталу подкуда? О, это я с бомжами играл в покер. Оказалось, азартные люди, но неопытные. Воротник у вас классный. Да, это Лисий, или Писец, или Алексей Егорыч. Я пока не определился, чем воняет. Как ваш пушистик? О, хорошо, съехал недавно. Кто? Ну, брат, кавказец. Да я про кошку. Конопля, что ли? Расплодилась. Ой, котя отдала. Сколько? Ну, грамм 400, пол ведра. А у нас, кстати, на канале уже 1 000 000 подписчиков. Может быть, что-то неординарное в честь этого сделаем? О, понял, давай, селедку под шубой. Ну, можно. Только чур ты селедка, а я сверху. Вы что, вообще обалдели? Я быстро. Нет. Ну, в честь миллиончика обнимемся на дорожку. Ой, так мило, давайте. Ой, от вас пахнет. А, все-таки Алексей Егорыч. Дядь Чижик, что делаете? Хлеб ем, чтобы времени не терять. Хлеб ем. Давайте сегодня про ваших друзей поговорим. О, нет, знаю, проходили. Следователь также говорил. Так, давайте без ваших баек. У вас вообще друзья есть? Конечно, есть. Я со всеми с детского сада дружу. Ого. Ну, охранник гоняет, правда? Говорит, ненормально это. А они, ребята, такие хорошие. Кормят меня. Только это Димка Бугай. Второгодка, 7-летка. Шугает всех нас. Камнями бросается. Хорошо, а у вас нормальные по возрасту друзья есть? Ну, тоже есть, да. Ну, расскажите. Пойдем, лучше покажу. Ну, вот. Макдоналдс? Ну, да. Друг мой лучший. И как вы познакомились? Ой, да, вообще забавная история была. 31 января 1990 год. Я еще шкет совсем, с усами. Иду, прогуливаюсь по Тверской. Смотрю, очередь стоит. Ну, я подумал, в туалет и присоединился. Еще стою и думаю. Если ВМ такая большая, какая вже будет? Что в итоге? А в итоге открытие. Вот уже 30 лет дружим. А в чем ваша дружба заключается? О, ты. Мы веселимся, отрываемся. Я, например, вот это люблю. Ну, когда все это занято, и ты вот так над душой стоишь. Но это же неприлично. Зато знаешь, как весело, все бесятся. Голубей подкармливать, это я придумал. Кстати, знаешь, из чего котлеты сделаны? Из чего? Из свежайшей говядины. Господи, а голуби тут при чем? А при чем голуби, Оль, ты че? А я, кстати, бургер новый придумал. Чизбургер. Кусок натурального говяжьего мяса. Жареный лук, сыр, бекон, салатный лист, помидорчики и специальный соус. А еще специдея. Булка не белая должна быть, а ржаная. Подождите, так это же рецепт бифалярус. Ну его ж теперь нет, а я придумал. Эх вы, вообще за своим другом не следите. Вообще-то бифалярус снова в продаже. Гонишь, да? Ну вот, ты же говорила. И правда бифалярус. И буха ржаная. Да, потому что идеи на 1 000 000. Надо было раньше подсуетиться. Новый бизнес-план. Детский набор с игрушкой. Эй, птижик. Такого точно не было. Господи! Новенькая ты, что ли? Я думала, мусорка! Эх, скучно на работе. Теперь еще и в одноклассниках не поперепихиваешься. Ой, не попереписывайся. А, нет, все правильно было. Я так последний раз мучилась, когда кормилица закончилась. Оля, поговори со мной. А может, вы попробуете поработать? Я пробовала, у меня не получается. А я что, дура компанию на дно тянуть? Ага, я так и знала, ни хрена ты не работаешь. Вообще-то я выбираю украшения для офиса на Новый год. Не поняла. Вообще-то всегда я этим занимаюсь. И все заказываю у Ашотика. В том году фейерверк вашего Ашотика чуть нашего Олега Михайловича не убил. Ой, там всегда по статистике один бракованный. Вот нам и достался. Фейерверк? Начальник. О, Ашотик звонит, уже, наверное, привез все. Пойду заберу. Оля, Оля, я фейерверк взяла. А он как я. Ашот живой? Да что ему будет? Полная машина мяса была. Стоит, жарит. Ладно, давайте в больницу. Нет, Оля, вначале заказ на Озон сделаем. Фейерверков? Косметики. Я все ресницы свалила. Нонь, ты чё? Там же врачи будут. Чё-то меня в сон клонит. Надо кофе сделать. Уже и кофе не помогает.